Азербайджан может начать процесс интеграции со странами Евразийского экономического союза, в том числе и с Арменией, при посредничестве Белоруссии. Об этом пишет газета «Ру». Для начала официальный Баку мог бы получить статус наблюдателя, как, например, Молдавия, считают опрошенные российским изданием эксперты. Если процесс пойдет успешно, то Азербайджан сможет диверсифицировать свой экспорт и даже избавиться от нефтяного проклятия. Репутационные бонусы тоже возможны, отмечают эксперты. Как пишет газета «Ру», страны Евразийского экономического союза обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании Межправительственного совета ЕАЭС, который пройдет в Казани 29-30 апреля. Косвенный повод для обсуждения темы Азербайджана в ЕАЭС дал в среду 14 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он принял в Баку главу Белоруссии Александра Лукашенко и положительно оценил посреднические усилия белорусского лидера. Алиев назвал Лукашенко проверенным партнером и другом, а также выразил надежду, что Белоруссия примет активное участие не только в восстановлении территорий, пострадавших во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Беларусь, как партнер Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул Алиев. Площадкой для дальнейших совместных действий и механизмом урегулирования конфликтов может стать Евразийский союз, не исключают и эксперты. Объединение с целью дружбы и добрососедства – это правильный вектор для всех заинтересованных сторон. Это отвечает стратегическим интересам России и ЕАЭС в целом, говорит доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического университета имени Плеханова Елена Рожанская. Но, конечно, политические конфликты решить в один миг не удастся. Нужно, чтобы экономическая выгода победила политические разногласия, считает эксперт. И поэтому первый шаг для Азербайджана по пути интеграции – это статус страны-наблюдателя. Это было бы хорошим началом, добавляет Рожанская. По мнению экономиста Елена Вардапетяна, согласие Армении относительно участия Азербайджана в интеграционных процессах ЕАЭС будет сопровождаться рядом обязательств. Обязательных условий. По мнению экономиста Мюнхенского института изучения интеграции рынков и экономической политики Юрия Кофнера, у Азербайджана имеется не менее десятка причин для интеграции с Евразийским союзом. Как отмечает Рожанская, после завершения недавнего карабахского конфликта роль России в этом регионе возросла. Сотрудничество Азербайджана с Россией в рамках Союза, кроме очевидных торговых плюсов, дает еще и репутационные преимущества, гарантирует Азербайджану статус невоюющей страны, безопасность ее транспортной инфраструктуры, что важно, например, для Китая и его шелкового пути, подчеркивает Рожанская. Армения сейчас вообще не имеет деловых отношений с Азербайджаном. Между наиболее заселенными районами Армении и Азербайджана отсутствуют даже автодороги. Нельзя забывать о гуманитарных бонусах. Если углубление интеграции все-таки состоится, об огромных диаспорах армян и азербайджанцев, которые живут в России, говорит аналитик Freedom Finance Валерий Емельянов.